Can you hear? Yes, 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 yes. We can hear you. Next slide. Gambling disorder, gaming disorder. Эти две поведенческие зависимости наиболее часто встречаются и характеризуются тем, что возникает очень сильное желание играть, несмотря на психосоциальные негативные последствия, и это все без употребления каких-либо веществ. Okay, so there are two types of the game disorder. So it's gambling disorder and gaming disorder, the internet gaming disorder. And Таня, еще раз кратче скажи. Эти две поведенческие зависимости, они характеризуются возникновением очень сильного желания играть, несмотря на негативные последствия психосоциальные. Mm-hmm. Ну, без употребления психоактивных веществ. На слайде все написано. So both of these disorders are the behavioral addictions, and they're characterized by strong crave for playing, regardless of the adverse effect, loss of control, and the presence of an attraction state. So prior to involvement in the game, in the absence of use of substances, so drugs and alcohol. И я немножко пройдусь по статистике. So I'll start with the statistics. Значит, да, вот на этом слайде еще вы можете увидеть, что настолько сильное желание играть, что оно превышает даже физиологические потребности. So on this slide you can see that the crave for game is so strong that it overpowers all the physiological needs. Естественно, что разрушаются связи с близкими, с друзьями, и человек, по сути дела, он не может эффективно работать и учиться. Потому что all the relationships with family, with work, with colleagues, with friends are distorted, and the person cannot work properly. Поскольку все эти потребности, они социальные, и потребности в общении, потребности в обучении, в любом другом развитии, все интересы, они становятся второстепенными. So all the needs, like social needs, like for work, to study, to socialize, everything goes aside, so everything becomes secondary. На сегодняшний момент, согласно разным исследованиям, от 0,7% до 27% страдают игровыми зависимостями от общего числа активных игроков. So among the active players, we can see in the study that people suffer from those addictions. It's from 0.7% up to 27.5%. Это на 2017 год. Ну и мы видим по вот этому большому разрыву в данных, что этот вопрос он до конца не исследован. That was for 2017. And because of this huge data scatter, we can see that this question, this issue wasn't studied well enough. По некоторым данным, вот, например, одно из исследований, мы здесь видим, что здесь указано количество активных игроков, а здесь уже те, у кого есть клинические симптомы зависимости. So on this data we can see the active players, and then we can see the players that have the addictions, the gaming addictions. Среди школьников высшей школы, старших классов, почти 50%, 45,5% с признаками игровых зависимостей. So among the high school students, we can see that it's almost 50% that have the gaming addictions. Среди студентов почти 30%, чуть. So among the other students, the universities, the college students, it's about 30%. Университет 13,4. То есть достаточно высокий процент.
And the university students is 13.4, which are pretty high numbers we're seeing. В чем причина такого бурного роста этих зависимостей? Прежде всего, развитие, конечно, игровой индустрии. So what's the cause of this rapid growth of addictions? It's, of course, the huge and fast development of the gaming industry. Мы видим, что доходы за 20 лет игровой индустрии выросли, ну, практически в 100 раз. So we can see that over past 20 years, the gaming industry has increased its revenue by more than 100 times. И на данный момент 2.3 биллиона, то есть миллиарда активных игроков. And so nowadays it's 2.3 billion active players. Вы можете видеть на этом графике, что наиболее часто встречается, скажем, категория активных игроков, это вот начинает расти от 10 лет и до 35 лет. So the most active players we can see on this graph are from 10 years of age up to 50 years of age. Это целевая аудитория, ну и группа риска для игровой зависимости. So that's the main like a target market, let's say, yeah, and the main risk category. В 2017 году было 2.3 миллиарда. Сейчас мы приближаемся уже к вот этой цифре 2.7 миллиарда. So in 2017 it was 2.3 billion people, and it's forecasted for 2021 it will be up to 2.73 billion. Причем это дети, подростки и молодежь. So among them are mostly children, teenagers and young people. То, что касается гэмблинга, азартных игр, зависимости от азартных игр, тоже очень высокие цифры среди подростков, в два раза выше, 12.5%, чем среди взрослых. As for the gambling disorder, so we can see that the numbers are two times higher between the adolescents, among the adolescents, so it's more from 0.2 up to 12.5%. Это и это при том, что для подростков это запрещенная сфера, это незаконная деятельность. So this is despite the fact that gambling by teenagers is illegal activity. Это связано с тем, что азартные игры, они переместились в интернет. This is all due to that gambling, all the gambling games, they are accessible in the internet now, so everybody can access them. И там, конечно, меньше контроль за возрастом игрока. And there is no control over the age of the player. И на данный момент, вот еще интересные данные, что всего лишь 5-10%, то есть 10% самый оптимистический прогноз, самая оптимистическая цифра, которая мне только встретилась в исследованиях, обращается за профессиональной помощью среди зависимых игроков. So unfortunately, only 5-2% of people seek professional treatment from gambling or gaming disorders. При этом проблемных игроков, у которых еще нет клинической стадии, в два раза еще больше, то есть это 24-25%. And the number of players experience serious subclinical problems is 2-3 times more. Ну, вот здесь вы видите, насколько экономический ущерб высок, и so you can see the economical loss, which is very high. Ущерб, негативные последствия от игровых зависимостей, они сравнимы уже с большим депрессивным расстройством, с алкогольной зависимостью и выше, вот, 2.5 раза от диабета и в 3 раза от употребления наркотиков. So the harm from gaming and gambling is similar in scale to major depressive disorders, as well as alcohol abuse, alcohol addiction,
2.5 times more than from diabetes and 3 times more than from drug use disorders. Если мы немножко посмотрим на тему проблемы зависимости от социальных сетей. So if we look at the problems from social networking, we can see. Мы видим, что очень похожи симптомы на то, что мы встречаем при игровых зависимостях, только это связано уже с пользованием социальными сетями. So we can see that the symptoms are very similar to the gaming and gambling ones, but this is in the social networking. Мы видим практически то же самое, жажда вернуться в сеть, посмотреть лайки, дизлайки, сообщения и негативные эмоции, если нет такой возможности, эйфория, положительные эмоции, если есть такая возможность. Mm-hmm. So we can see that there is like a crave to return, to check the network, to check whether the person has likes, dislikes, whether if he has this opportunity to check his social networks, then there is euphoria and all the symptoms that are listed here. Высокая чувствительность к обратной связи, то есть к лайкам, дизлайкам, положительной, отрицательной. Mm-hmm. So there is high sensitivity to like dislikes, any feedback. По сути дела, это игромания чистой воды, но только вместо аватара, как при компьютерной игре, здесь мы имеем дело с созданием сетевого образа. So it's similar, it's very similar to the gaming where you have, in the computer games, you have this avatar. Here you have a different kind of character of yours. Ну и, собственно говоря, от поддержания, от имиджа этого сетевого образа и зависит настроение пользователя социальной сети зависимого. So also the mood of the user of social networks depends on how people are reacting to his posts. So all, how, what are the reactions to his image? То же самое отчуждение от членов семьи, от друзей. Замена социума на социум в соцсети. So also we can see the estrangement from family, friends, colleagues. Что ты еще говорила? Замена окружения, социального окружения реального на окружение, которое в соцсети. And his social circle of people around him, right? So it's changed into the people that are online, so people in those social networks. So it's replaced from a real one to a virtual one. Та же самая ложь, если кто-то начинает интересоваться, сколько проводит времени в соцсети. Also, the person is lying and hiding the facts on how often does he use and spend his time in those social networks. Крики, конфликты с близкими, с членами семьи, сокрытие. So there are a lot of conflicts, arguments with members of the family, again regarding on spending the time in the social network. Если симптом, как страх пропустить что-то важное, если я не зайду в соцсеть, то там что-то такое важное произойдет, но это пройдет мимо меня. So the biggest fear is to miss something important. That something's going to happen online while I'm not connected, while I'm not joined. До 2016, то есть с 2004 года до 2016 пользователями активными соцсетей уже стали 2.6 миллиардов человек. So from 2004 up to 2016, the users, the active users of social networks grew to 2.6 billion. От полутора до трех и семи часов проводят времени в соцсети. And they spend the time online from one and a half to 3.7 hours per day. Здесь тоже 7.4
разных социальных сетей сейчас у нас в наших смартфонах. So our smartphones have averagely 7.4 social networking applications nowadays. Ну и зависимые пользователи, они, конечно, совершенно теряют контроль над временем, которое проводят социальные сети. So the addicted users, they completely lose the time perceptions, so they have no idea on how much time they spend online. Мало кто знает, что поведенческие зависимости, то есть игровые зависимости, которые официально признаны поведенческими клиническими заболеваниями, да, психиатрическими, они превышают на данный момент по распространенности все зависимости от психоактивных веществ. So all the gaming addictions, the behavioral addictions nowadays, they are much, much higher than all the addictions from substance abuse nowadays. А доход игровой индустрии превышает киноиндустрию, спорт, вместе взятые. So the revenues, the profit of gaming industry is also much higher than, for example, cinema revenues or sports or basically all these things. Конечно, используются очень серьезные манипулятивные технологии по вовлечению и удержанию в игре. Obviously, it's used a lot of manipulative, как ты говорила? Технологии, манипулятивные технологии по вовлечению и удержанию в игре. Manipulative technologies to get involved the person in the game, of the involvement in the game of a person. Ну, то же самое, такие же технологии, такие же алгоритмы используются и в социальных сетях. So the same algorithms and the same technologies are used in the social networks as well. Вот если мы коснемся негативных последствий от использования СНС, то мы видим, что они есть и в сфере ментального здоровья, и нарушения когнитивных функций, и социального функционирования. So as for the negative consequences of the dependence on SNS as the social networks, you can see that they are present in the mental disorders, cognitive impairment, and also the negative social consequences. И больше всего распространено среди проблемных и патологических пользователей SNS это как раз эмоциональное расстройство. So emotional disorder is the most the prevalence of it is the highest between the dependent people. Депрессия, тревожное расстройство, эмоциональный дистресс, нарушение сна. So, such as depression and anxiety disorders, emotional stress, sleep disorders, and so on. Ну, это, например, вот как это влияет исследование, которое показывает, насколько негативно проблемное использование соцсетей влияет на успехи в учебе. So, for example, this study shows on what negative impact it has on the success in school, for example, in education, using this social networks. Вот негативные последствия на этом слайде при гэмблинг и интернет-гэмблинг. Here are the negative consequences from the gambling disorder and internet gaming disorder. Именно негативные последствия являются одним из факторов риска для возникновения развития депрессивных состояний. So these are the main risk factor for the development of depression. Потому что разрушаются отношения, человек теряет возможность учиться, либо работать. Because his relationships are not working, the person is losing focus, he cannot work, he cannot study. So all this is distorted. Есть, конечно, и проблемы с законом при игровых зависимостях. И со здоровьем.
Also, there are some problems with law, with like legal issues, and also problems with health. Вот распространенность, как говорится, коморбидной патологии. То есть мы видим, что депрессии возникают, например, при зависимости от азартных игр от 57,5 до 72%. So the prevalence of the comorbid psychopathology, we can see that dependence on the use of psychoactive substances are from 57.5 up to 72%. А депрессии до 60% коморбидная психопатология наблюдается. До скольких? До 60%. And as for depression, we can see that it's from 37.9 up to 60%. Депрессия одна из основных коморбидных психопатологий и при интернет-игровой зависимости. Depression is also one of the main comorbid psychopathologies, also in the internet gaming. Наравне с тревожными расстройствами, социальными фобиями. Along with anxiety disorders and social phobias. Суицидальный риск очень высок, особенно при зависимости от азартных игр. So the suicidal risk is very high among the... между чем? При зависимости от азартных игр, gambling disorder. From, yeah, in the gambling disorder. То есть мы видим, что 50% высокий суицидальный риск, 80% жалуются на суицидальные мысли. So we can see it's very high, so it's 50%, and 80% of players, they report suicidal thoughts. Практически до 50%, 48-49,2% эти суицидальные мысли у зависимых азартных игроков становятся навязчивыми, mm-hmm. постоянными. So nearly 50%, so 48 up to 49.2% have persistent suicidal ideas of an obsessive nature. Ну и вот до 35-8% вот 12 совершают суицидальные попытки, завершенные суициды. And from 12 to 35.8% they commit suicide. Mm-hmm. So it's either suicidal attempts or they already committed the suicide. Это причина смерти номер один, суицид при зависимости от азартных игр. So that's the number one death cause, well, let's say, yeah, in between the gamblers and gamers. То есть в 15 раз выше, чем в целом по популяции в категории от 20 до 74 лет. Mm-hmm. So the death rate as a result of suicide was 15.1 times higher for men aged 20 to 74 than from the general population. И в 19 раз выше в среди молодежи и среднего возраста от 20 до 49 лет. And 19.3 times higher among the youngsters, let's say, from 20 to 49. При интернет-игровой зависимости тоже очень часто мы встречаем и суицидальное поведение, и суицидальные идеи. So among the internet gamers, we also very often meet people with suicidal behavior, suicidal ideas. Ну, вот по последнему исследованию, это 20-й год уже, 26,2, по-моему, где-то процента, то есть два раза выше, чем в целом по популяции среди зависимости у людей, которые страдают зависимостью от интернет-игровой, зависимостью от интернет-игровой. So one of the studies showed that it was 26.2%, so two times higher among the internet gaming users. И самое интересное, вот согласно разным исследованиям, то, что
А что среди клинической уже стадии, то есть патологических игроков, что среди проблемных, ну, практически одинаковые суицидальные риски? So the suicidal risk is identical between the... Между кем? Между... Что среди проблемных, что среди клинической уже стадии, то есть патологических игроков. Among the problematic and among the pathological gamers, patients. Mm-hmm. Кстати, большое исследование по странам Европы среди молодежи и подростков. Такой результат показало. Yeah, this is the result of one of the European studies among the teenagers and adolescents. И основные, скажем так, синдромы клинические, которые способствуют депрессии и, извините, суицидальному поведению. Еще раз повтори. Основные клинические синдромы, которые способствуют депрессии, возникновению депрессии и суицидального поведения среди зависимых игроков. Таня, разбей, я не слышу. Основные клинические синдромы, которые способствуют... So the main clinical syndromes that cause the depression. И суицидальному поведению. And suicidal behavior. Ну, в первую очередь мы говорили о том, что этому способствуют негативные психосоциальные последствия, которые сопровождают эти зависимости. So first we said that it causes social problems in people. И так называемое вот это состояние, измененное состояние сознания или игровой trance. So-called altered state of consciousness or the gaming trance. Его еще называют темный поток. Also it is called the dark flow. Или потоковое состояние, темный поток. В этом the dark состоянии... flow of the... Yeah. Mm-hmm. В этом состоянии фактически изменяется самовосприятие и восприятие окружающего пространства, времени, себя, отходят, вообще забываются какие-либо проблемы в реальной жизни. So in these states, the self-perception is changed completely, so the person forgets of who he is. He's like a trance, he's walking around and he doesn't know what's happening. Фактически это состояние, оно аналогично трансу либо гипнозу. So this state is analogical to trance or hypnosis. И человек себя чувствует в какой-то такой эйфории, хорошо. And a person feels himself like in a sort of euphoria. He feels himself like really good. Он абсолютно не помнит о каких-либо проблемах, которые у него есть в реальной жизни. And that time he doesn't even remember that he has some problems in his life. Азартные игроки, они не помнят, где занимают, у кого занимают, сколько времени играют. The gamblers, they don't remember how much time they spent playing. They don't remember where they took the money from, whether they landed the money or so on. Ну а по возвращению из этого состояния, конечно же, возвращаются и усугубляются психосоциальные проблемы, и это, конечно, тоже способствует возникновению развития депрессии последующей, либо усиления симптомов депрессии. So once they get out of the game, they stop playing, it aggravates the social problems. Что еще там? То есть возвращается человек снова вот в это... Да, я сказала. ...проблемам, и это утяжеляет даже его состояние, утяжеляет симптомы депрессии, если она была, либо же способствует ее развитию. It aggravates the depression, if it was present already, and if it wasn't, so it develops the depression, because the person returns to real life and to all his problems. То есть это один из факторов, который очень сильно влияет на присоединение вот этой коморбидной психопатологии. So it's one of the main factors that develops this comorbid psychopathology. Ну вот, например, дизайн игр. Посмотрите, как он изменился за 20 лет.
So this is, for example, a design of games, and just have a look how it have changed over 20 years, over past 20 years. Естественно, что он способствует погружению в пространство игры и аватарной самоидентификации. Of course, it causes the full immersion in the game, as well as the avatar self perception or self identification. Это вот как раз игра из глаз героя, самый опасный вариант для. So the most dangerous version is when you're playing from like view of a character. So you just, as for example, on these pictures, you just see your hands, right? So it's as you are inside. Если мы еще примем расчет, что играют в основном дети и подростки. So if we take into account that the mostly these are children and teenagers who are playing. С неустоявшимся мировоззрением, с несформировавшимся мировоззрением и жизненными ценностями. Whose worldviews and also the values, life values, are not been developed yet or formed yet. То мы сталкиваемся с тем, что в игре либо тебя убивают, либо ты убиваешь, то есть обесценивается жизнь. И легкое, легкомысленное отношение к жизни герой же игры может восстановиться. Еще, повтори еще раз. То есть обесценивается жизнь, потому что по сюжету игры либо тебя убивают, либо ты убиваешь. Mm-hmm. So the life is not valued anymore, because in the game it's either you kill somebody or somebody kills you. So they're not valuing the life. И легкомысленное отношение к жизни, потому что герой же игры, он может восстановиться. And they're not taking life seriously, because in the game the character can recover, right? And the avatar can recover after being killed. Очень много исследований проводилось, например, вот это изменение самоидентификации при интернет-игровых зависимостях. Здесь они забыли. So there was a lot of studies done on the self-identifications. Это исследование MRI. It's the MRI study. И вот как это проводилось, то есть человек описывал себя, ну вот в реальности, какую-то свою жизненную историю, свою историю рассказывал о себе, и проходил обследование MRI, и когда он рассказывал об аватаре, либо играл, и тоже смотрели, что происходит, нейровизуализация мозга. Mm-hmm. So how did they done this study? So the person was telling the story about himself, and they were doing while he was telling the story, they were doing this MRI. And also when the person was telling about his avatar, also they were doing this MRI to see what's happening. И наблюдали активацию угловой извилины. And they were seeing the activation of the angular gyrus. Что свидетель именно когда исследуемый играл либо рассказывал об аватаре? So it was activated when the person was playing or telling about the avatar. Вспоминал об аватаре, как он играет, то есть прокручивал воображение. So he was visualizing how he was playing and telling about his avatar. So he was like reliving this game. Исходя из этого, пришли к выводу, что больше себя, именно зависимые игроки, идентифицируют с аватаром, чем с, ну, со своим реальным я. So they came to the conclusion that those addicted gamers, they their identification of themselves is higher when they are identifying themselves with this avatar than this like self-ID that they have. Вот, собственно, на этих снимках вы видите эту активацию. So here on these pictures you can see this activation. Что касается зависимости от соцсетей, то больше наблюдалась активация когда именно в этот сетевой образ шло погружение в зонах, связанных с эмоциональной дисрегуляцией, с контролем эмоций.
So as for the social networking, you can see the changes that are more of an emotional, emergence of the emotional, like dysregulations were present. Больше была привязанность эмоциональная к сетевому образу, чем к реальному. So there was more emotional, like addiction to your personality that is online, like your online avatar, let's say, than to the real eye. Соответственно, обратной связи в отношении этого сетевого образа. And also with the negative feedback, the emotion came with the negative feedback of this social character or social image that they have. Именно обратная связь к сетевому, по отношению к сетевому образу является одним из наиважнейших факторов, которые приводят к депрессии и к суициду среди зависимых пользователей соцсетей. So between among the social network users, this feedback is the main factor of the negative feedback. Yeah, it's the main factor of the suicides and depression, the development of depression. Ну вот еще один из синдромов, который очень сильно влияет на развитие депрессии, это эмоциональный дистресс во время игры либо во время патологического пользования соцсети. So one of the clinical syndromes, another one that causes distress. Как ты говорила, какой синдром? Эмоциональный дистресс во время игры. Because the emotional distress during the game. Либо при патологическом пользовании соцсетей. Or in the pathological using of social networks. То есть здесь мы наблюдаем среди нейробиологических исследований такие же изменения, как при депрессивном расстройстве, либо при посттравматическом стрессовом расстройстве. So we can see on these neurobiological studies the same, как ты говорил еще раз? Такие же нарушения, такую же дисфункцию, как при депрессивных расстройствах, либо при посттравматических стрессовых расстройствах. Same dysfunctions as in depression disorders or the post-traumatic disorders. Что у... интернет игра при что при игра интернет-игровой зависимости, что при зависимости от азартных игр, фактически показатели идентичные. So as for the gambling disorders and internet gaming disorders, so the numbers are practically identical. Мы видим вот эту триаду, которая и при депрессии, и при посттравматическом синдроме наблюдается там дисфункция в этих зонах и между ними. So we can see the dysfunctions in these zones and between them during the games. Передняя поясная извилина, параорбитальная, орбитофронтальная кора и миндалина. So that's the orbitofrontal cortex, anterior cingulate cortex and amygdala. То же самое и при IGD, то есть абсолютно те же самые зоны области в головном мозге. So it's the same with the internet gaming disorder, the same parts of the brain are involved. Нейрохимические исследования тоже показывают изменения в нейромедиаторном обмене, то есть... Neurochemical studies also shows us the changes in the mesocortico-limbic каком нейро? В нейромедиаторном синтезе нейромедиаторов. Neuromediator synthesis. Neurotransmitter. Mm-hmm. Neurotransmitter, sorry. Да, то есть как раз вот нейротрансмиттеры стресса, кортизол, норадреналин, эпинефрин, их уровень повышается во время игры и сразу после, и снижается в межигровом периоде. So, норадреналин, какие там слова? Эпинефрин. Кортизол. Кортизол, на слайдике. Кортизол, норадреналин, эпинефрин повышается во время игры и сразу после, и снижается в межигровом периоде. They are higher during the game.
and they're lower down after the game. Наблюдаем признаки эмоционального дистресса. And we see the symptoms of the emotional stress. Ну, если подрезюмировать все, что я говорила выше, то вот как раз эти четыре клинических синдрома, которые способствуют развитию депрессии. So to summarize what I said before, so there is like those four causes that lead to the чему? К стрессу? Нет, к возникновению депрессии и суицидальному риску. To lead to the development of depression and the suicidal risk. То есть измененное состояние сознания во время игры, эмоциональный хронический дистресс. So it's the altered state of consciousness during the game, also the emotional stress and chronic distress during and after the game. Собственно, сама зависимость, то есть компульсивная жажда, желание играть, либо заходить в соцсеть. So this compulsive urge or need to play, to go online, to see what's happening there. Ну и огромное количество негативных психосоциальных последствий в жизни человека. And a huge negative psychosocial consequences in the human's life. Все исследования по попытке определить, что зачем идет, то есть сначала депрессия, потом игровое расстройство, либо наоборот. So all the attempts to see what goes first, either is it depression that goes first and then the game, or vice versa. Они делятся на кросс-секционные и продольные лонгитудинальные. So we divide them into cross-sectional studies and the longitudinal studies. Кросс-секционные они только позволяют нам установить взаимосвязь с депрессией, например, в нашем случае, или другой коморбидной психопатологии. So these cross-sectional studies establish the link between all these addictions and comorbid mental disorder. А продольные позволяют увидеть временную взаимосвязь, временную последовательность. The longitudinal help us to determine the time sequence. И вот продольные исследования лонгитудинальные, они как раз показывают, что это связь двунаправленная. So it shows us this longitudinal that is the connection between them is both ways. A bidirectional relationship. Directional relationship, yeah. Ну, то есть, о чем идет речь? Симптомы депрессии усиливают симптомы зависимости. So the symptoms of depression are strengthening the symptoms of addiction. Соответственно, утяжеление зависимости усиливает депрессию. And obviously aggravating the dependency, the addiction. Естественно, что также гэмблинг, да. Также зависимыми игроками могут в равной степени стать и люди с психическими расстройствами, то есть депрессией, так и здоровые. So addicted people can become the people that have mental disorders, as well as people that have no disorders. Но многочисленные исследования показывают, что в случае, если уже была депрессия, то ее симптомы по мере развития зависимости усугубляются, утяжеляются. But the studies showed us that the result that new mental disorders are added or existing ones are aggravated. А если не было до этого, ну, по крайней мере, клинически значимых симптомов депрессии, то они появляются у 60%. And if there were not present any mental disorders at the clinical subclinical level, so afterwards they appear. У 40-60% зависимых игроков и пользователей социальных сетей. Among 40-60% of social network users and the gamers, gamblers. Спасибо за внимание. Это все.
Thank you very much for your attention. This is it. Any questions? For her very profound and very engaged presentation. I have a question, you know, listening today from the morning about new researches on neurodevelopment and the psychiatry and how our brain is functioning. And after that, it's coming a lot of disorders. As we see here in her presentation, I saw that all this affects in the brain, some changes in the brain, which are showing by the scans doing with MRI. And they are a very common, these disorders, which are symptoms also as well in anxiety, in the trauma, in the depression. But also these are very familiar symptoms and reactions that we can find also in the neurodevelopmental disorders, especially in ADHD and spectrum disorder, autism spectrum disorders. So my question is that, are we going by developing of this technology, which is amount of economical, financial, and money product, big industry, and in the other hand, we are damaging our new generation. So if this research is showing that how our brain is affected, so, but also we are using a lot of this kind of technology, especially with the children. My question is that, does Tatiana think that this may be one of the big reason and a big factor that also the technology is influencing about the neurodevelopmental disorders? Хорошо, that was a long one. You can, Christina, you can, you, I can, Christina, I can, if you forget it, I can summarize, okay? Okay. Но он говорит, okay, что вот, вот эти исследования по MRI, mm-hmm, что они показывают вот такие же симптомы, да, как и у аутиста, ну вот эти все теперь развитые вот эти проблемы, и то, что типа развивается теперь вот эта индустрия, она негативно влияет и как на детей, и на, ну то есть вот эти все технологии, mm-hmm, да. So, what was your question, neurobiological? My question is that, does this technology can affect also spectrum, in autistic spectrum disorders? Mm-hmm. Если эта технология может повлиять и на аутистические расстройства. Дело в том, что я еще не делала такого целенаправленного исследования, то есть мы еще не делали ассоциации, но планируем, потому что на самом деле при аутизме очень большой процент развивается вот именно игровых зависимостей у детей. Okay, so she haven't conducted this sort of study yet, but she's planning, her association is planning to conduct such study. However, что ты говорила потом? Что развивается очень большой процент среди аутистов, среди подростков, молодежи, детей, вот именно игровых зависимостей. So among the adolescents as well as the autistic children, the gaming addiction is developing very fast. And the percentage is high. Дело в том, что деткам уже практически с года доступны гаджеты и игры. So basically, even from I don't know, a year old child, he has already an access to different kind of gadgets. I don't know if there is a word. So he can play online, he has a telephone, he has computer,
iPads and whatever. So all these technologies. Известно, что это очень сильно влияет на расстройство внимания. So it influences the focus, right? The attention very much. So it's they are like yeah, the focus is distorted. Yeah. 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 Вот, но можно предположить, конечно, что это способствует и другим нейрокогнитивным расстройствам у детей. But it also can affect other neurocognitive disorders in children. Но то, что аутичные дети, они уходят в эту виртуальную реальность зачастую, это действительно факт. And yeah, it's really true that these autistic children, they really go or dive into this virtual reality. То есть они предпочитают эту виртуальную реальность реальности, ну вот, реальной жизни. Yeah, they prefer this virtual reality rather than being in the real world. Ну, конечно, это мешает восстановлению и развитию таких деток. And obviously it hinders their development. Восстановлению и развитию, да, таких детей и подростков. Yeah, among the children and the adult, like the recovery and the development among children and adolescents. Ну, технологии действительно очень агрессивные, манипулятивные и еще и в измененном состоянии сознания происходит влияние на мировоззрение, на интеллектуальное развитие, и самое главное на личность человека, на развитие личности. So definitely we can see that those games and those technologies, they're very aggressive, they're very manipulative. So especially in this altered state of mind, when the person is in the game, it definitely has a negative effect. For his personality, for his worldview.